А как в искривленном пространстве можно измерить литр? Мы в сжатое пространство вносим линейку, а она сжимается. Вносим линейку в растянутое пространство, и линейка растягивается. В итоге, даже если пространство искривленное, вливая литр воды в банку, мы этого не заметим. Ничего вам странного не показалось? Вот человек это вот на полном серьезе декларирует. Ну вот давайте экспериментально докажем, что вот все, что вот это вот человек озвучил, да, а ведь он не сам же это выдумал, он повторяет за кем-то, за каким-то идеологом релятивизма вот этого вот слабоумного. Ну вот смотрите, вот линейка, да. Вносим линейку в растянутое пространство, и линейка растягивается. Ну давайте вот ее честно пробьем в пространство. Вот возьмем там шурупик, гвоздик и пробьем линейку в пространство. Вот взяли так. Пробили ее к пространству. И теперь ее растянем. Вот растянем, вот растянем, 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 растянем. Она прибита к пространству. Линейки по барабану, да? Прибита она к пространству, не прибита. Растягивается само пространство, не растягивается поровну. На материю, расположенную в пространстве, никак не действуют ваши манипуляции с пространством. Вот хоть что вы там напридумываете. Экспериментально доказано, что линейки по барабану, она не растягивается от пространства. Это невозможно. Один конец держится, да? Но если мы ее тянем, это не связано с пространством. В пространстве, вот смотри, если бы она была прибита, вот я прибил ее к этой точке, да, и теперь я ее тяну. Все. Она же прибита к этой точке, вот гвоздь, видите, да, прибита к точке пространства. Я ее тяну, и она не растягивается. То есть, зафиксированная гвоздиком линейка в пространстве, прибитая к пространству, спокойно перемещается. Невозможно пространство влиять на линейку. Хоть как вы ее к пространству перебиваете, это доказано фактом. Невозможно пространство влиять на материю. Поэтому вот это вот сказочный бред. Повторю еще раз. А как в искривленном пространстве можно измерить литр? Спокойно, точно так же. В любом пространстве, оно у нас одно, оно не искривленное, но если вам кажется, что оно искривленное, да, все равно берете литр и там его измеряете. В сжатое пространство, в не сжатое, в растянутое, в погнутое. Вообще, что такое искривление? Искривление – это отклонение формы объекта, расположенного в пространстве, от прямолинейности. Это вот эта вот штука. Вот. Если мы его прибили к куску резины, да, и растягиваем, она будет растягиваться как-то. Вытягиваться хоть маленечко, но будет. А пространство? Плевать материальному объекту на ваше пространство, на вашу фантазию о пространстве. Пространство дает свободу перемещения. И как? Ну вот взрослый человек, да, поверил вот этим вот балбесам, которые рассказывают ему вот эти вещи. Вот как вот вообще вот в это можно поверить? Вот ты повторяешь за кем-то вот этот лютый бред, что пространство искривилось, и что у вас что-то поменялось в пространстве. Это вот искривилось пространство. И никто не может вышептать, что такое, что гнется у пространства. Эта ситуация вот аналогична. Вот ребенок маленький в детский садик идти не хочет утром. Говорит, у меня скуснулись подошвы. Я не пойду в детский садик. Вот скуснулись подошвы. И что такое скуснулись? Это постичь мозгом невозможно, ну, они скуснулись. А если тебе дать шоколадку, ты пойдешь, они у тебя раскуснутся подошвы. Да, дай шоколадку, подошвы раскуснулись, ребенок пошел в детский садик. Так вот это вот взрослые люди, у которых погнулось пространство, и они не могут сознаться, что у них там погнулось. Какое свойство конкретное, какая часть, какая сущность погнулась? Отклонение формы объекта, расположенного в пространстве, от прямолинейности. Отклонение формы. У пространства нет формы. А раз у пространства нет формы, то и погнуть нечего. Способа, каким погнуть, не существует. Теоретическая возможность погнуть отсутствует. И вы лопочете, скуснулись подошвы. Искривилось пространство. Вот такой вот стыд творится сегодня в 21 веке. Товарищи шарлатаны занимаются популяризацией такого бреда.
Имеет не одно значение, значит не имеет ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Виктор Катющик, телеканал «Научный трибунал».